Черный лебедь – это не только редкая птица. В теории управления так называют внезапные ситуации с далеко идущими последствиями. Пандемия COVID-19 для многих участников экономического рынка стала именно такой птицей несчастья. Многие бизнесмены, даже опытные, осознали, пора учиться и повышать квалификацию. Ведь все постоянно меняется, и нужно уметь быстро адаптироваться. У нас поступают срочные новости. Над некоторыми городами были обнаружены инопланетные летающие тарелки. Непонятно, что они настроят, но вы можете направить исследовательскую группу к этим тарелкам и, возможно, сможете получить в свое распоряжение инопланетные технологии. Барнаул стал первым городом России, где специально разработали и провели такую бизнес-игру. Воплотили идею платформа «Деловая среда» и Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства. По условиям игры каждая команда – определенная страна. Цель руководства государства – выстроить грамотные отношения с соседями, отстояв свои интересы. Такая задача позволяет обучаться, определяя стратегию развития своего дела. Антикризисному управлению, оперативного принятия решений, гибкости, чтобы предприятие не испугалось в период кризиса неожиданного, и чтобы они уже могли оперативно перестроиться. В принципе, вот здесь они эти навыки все и будут отрабатывать. Но у них уже опыт есть по итогам уже личной практики прошлого года, поэтому достаточно активно все включились в игру. Для закрепления знаний уже после игры прошла лекция об эффективных переговорах. По итогам игровой встречи предприниматели получили сертификаты участников и подарки. Но главное, говорят бизнесмены, они с большей уверенностью готовы преодолевать любые кризисные ситуации. Илья Кочетков, Алексей Фризин, «День с толком».